Я вообще люблю российские мультики, и когда Роскомнадзор запрещает какие-то импортные, то в принципе, как-то мысленно, в душе я их поддерживаю. С другой стороны, есть юридическая проблема. Пропаганда насилия, термин очень расплывчатый. То есть действительно могут попасться такие мультики, которые, может быть, смеются над пропагандой насилия, да, как вот в случае с Южным парком. Могут быть мультики, в которых насилие, может быть, вообще не усматривается. Да. Есть, с другой стороны, наши советские мультики, в которых очень много насилия. Те же самые «Ну, погоди», да, где тоже так же волк там гоняется за зайцем, они там бьют друг друга там, и так далее. Получается, их тоже нужно отменять. Да. Здесь масса всяких вопросов. Мне кажется, что нужно подходить очень тонко к юридическим определениям. А в нынешнем виде, как законы приняты, все довольно расплывчато.